Конкурс «Безопасное колесо» – это ежегодный фестиваль с испытаниями, которые проводят среди молодых инспекторов движения. Конкурс прививает уважение к правилам дорожного движения, способствует повышению дисциплины и сплачивает участников. Развивается командный дух и умение работать в коллективе. Цель данного мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей, привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении. На территории Кашхабльского района, а именно на базе Майской школы, ежегодно проводится «Безопасное колесо». Нынешний год не стал исключением. Практически команды из всех школ района приняли участие в мероприятии. По положению конкурса ребятам необходимо было пройти 4 этапа. На первом этапе медицина участники продемонстрировали свои знания оказания первой медицинской помощи. Была проведена проверка теоретических знаний правил дорожного движения. Дополнительно были проверены навыки основ безопасности жизнедеятельности. Вы должны примерно уложить 3 минуты, но если немного больше, то за это будут дополнительные баллы. По моей команде вы переворачиваете листочек и начинаете решать кроссворд. Он несложный, так что, думаю, вы справитесь. Вы готовы? Да. Давайте, 1, 2, 3. Одним из самых зрелищных этапов конкурса стала эстафета «Фигурное вождение велосипеда», где ребятам предстояло продемонстрировать то, как они справляются со своим двухколесным другом. Также хочется отметить, что в текущем году исполняется 85 лет службе пропаганды безопасности дорожного движения. В рамках этого в этот день был проведен творческий конкурс среди школьников. Исключение правила дорожного движения. Немного истории. В 30-м году появился светофор. В 40-х годах ГАИ назвалось ОРУД. Тогда же появились правила движения. А в военные годы ГАИ назвалось ГАИ НКВД. В 60-х годах появились знаки, которые стали основой дорожных указателей. В 90-х годах инспекция ГАИ меняет все свои должности и названия и становится ГИБДД. Служба пропаганды БДД родилась раньше, чем сама госавтоинспекция. Если ГАИ ведет свою историю с 1936 года, то служба пропаганды с 1932 года. Впервые понятие пропаганды появилось в документах автоинспекции 25 мая 1932 года. Сегодня подразделение по пропаганде ПДД является одним из универсальных и важных деятельностей ГИБДД. Основными направлениями работы подразделения пропаганды являются профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, организация взаимодействия со средствами массовой информации и общественными объединениями, проведение занятий, бесед и массовых мероприятий, чтобы по дороге ходить без опаски, правильно улицу переходить. Нам нужны важные службы, подсказки. Без пропаганды нам не прожить. В конце мероприятия, подсчитав баллы, выбрав победителя конкурса «Безопасное колесо 2017», объявлена команда школы «Аула Игерухай». Мы поздравляем ребят с победой в конкурсе и желаем им дальнейших успехов.